Сенатор Совета Федерации Томской области Елену Мизулину нарисовали в образе Бабы-Яги. Чем бы вы думали? Пяткой. Петербургская художница Ирина Романовская все свои работы создает отпечатками тела, пальцами, ладонями и даже грудью. К примеру, бюстом нарисованы портреты российского президента Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, американского лидера Барака Обамы и даже Рамзана Кадырова. Выбранный для Елены Мизулиной образ и пятка в качестве кисти – это своеобразный протест против закона о декриминализации семейных побоев, говорит художница. Я не согласна с этим законом, потому что послабления в этом законе приведут к ужасным последствиям. Ну, получается, что следуя этому закону, женщину можно немножко побить, и никому ничего не будет. Это же ужасно в 21 веке принимать такие законы. Это новое средневековье.